ДТП на перекрестке. Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 1:00 дня на пересечении улиц Куйбышева и Прониной. По предварительной информации ГИБДД, виновником аварии стал водитель большегруза. Он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В ДТП пострадал один пассажир. Ему оказали медицинскую помощь. Как нам стало известно, водитель большегруза – житель Казахстана. Он не смог вовремя сориентироваться на перекрестке и не заметил красный сигнал светофора.